Итак, дорогие друзья, мы начинаем нашу прогулочку по комиссионному магазину на территории Болони, скажем так. Вот у нас уже, получается, здесь все готовят к новогоднему празднику. И все сверкает и горит. Все сверкает и горит. Вот так вот у нас в этом магазине. Так, ну вот у нас елочка такая вот. Елочка уже украшена. Такая вся в ангелочках. Да? Такое все. Лампочки горящие и парящие. Вот это комиссионный магазин. То есть вот это все продается немного подешевле, чем в магазине. Все навалено и завалено. Сейчас мы пробежим везде и повсюду. То есть я вам показываю вот такие вот рождественские поделки, статуэтки и так далее. Не знаю, насколько получится у меня этот фильм. Вот манекен у нас в шотландском стиле. Юбка, шарф и шляпа красная. Просто мне такое все нравится. Кстати, у меня такие же ботиночки. Доктор Мартинс у меня такого же стиля, в таком же цвете показываю. Так, ну сейчас пройдем, еще раз покажу. Шарики, фонарики, красоту неземную. И потом вам попробую это все выставить на моем канале. Поэтому добро пожаловать, кто подключился. Вы находитесь на территории Италии в комиссионном магазине, который у нас находится на территории Болони. На территории Болони. То есть людей я не снимаю, так как меня попросили уважительно не снимать людей. Вот мы сейчас подкрадываемся к посуде. Показываю вам, что продается в комиссионных магазинах. Какие тарелочки, чашечки у нас находятся вот здесь. Так, ну, сейчас на ценах немножко задержимся, если я так увижу что-то такое неинтересующее тоже. Мы задержимся на ценах. Вот такие тут вазочки, макины, машинки для кофе. Вот такие у нас тут вещи продаются. Ну, то есть, чтобы вообще... Так, вот, например, такая ваза. 10 евро у нас стоит. Видите, да? И вот такая вот маленькая, которая мне такие маленькие нравятся. Вот 7 она евро. Кстати, цены очень даже высокие. У нас есть местечки, где мы знаем цены, где можно купить подешевле. Ну вот здесь, вот, я смотрю, цены очень даже такие приятные. Так, ну вот такое дело для девушек, где есть такие вот вещи фирменные и винтажные. Вот такое вот зеркало, такое модное, кстати, вот зеркало, да? Цены на нем нет. А, это написано, что оно не продается. Вот такие вот сумочки всякие разные, да? Ну, сейчас... делают такой фильм, питоновые эти сумки. Вот, например, это стоит 25 евро. Это очень дешево, я хочу вам сказать. Для такого размера сумки это вообще люкс. Но это не, скажем так, сейчас проверим мы этот питон. Да. Можно сказать, что это натуральный питон. Ногти застревают, значит, это натурально. Ой, моя сумочка, смотрите, я вам такую же показывала. Интересно, сколько она здесь стоит? Очень даже интересно. Так,
Ну, неудобно, конечно, снимать все это дело. А, вот она. У меня такие две. 35 евро, дорогие друзья. Видите, показываю. Это сумка, которую я вам показывала, которая есть в моей коллекции. Она стоит 35 евро. Так, Tracolla Luce Tenera Vintage. Vintage. Ну, естественно, я вам сказала, что это годы где-то у нас 60-е. Однозначно, да. Поэтому это уже вещи достаточно старые. Так, выходим из этого отдела. Здесь у нас шуба. Вот такая красота. Вот это мое место. Я могла бы здесь жить. Мне такое нравится. Вот. Ой, смотрите, какая сумка. Это вот Кавалина. Это жеребенок. Вот сумка сделана марка Габор, которая очень даже... А, ну, пардон. Это Скритта Кавалли. Неужели это... А, нет, это Габор. А, ну, все правильно я сказала. Ну, эта марка очень распространена, сейчас в моде именно вот эта вот марка, видите, с голубыми этими штучками. Вот эта марка очень любит итальянки. Прямо помешанная. Ну, сумка стоит где-то 150 евро, этой марки. Поэтому... Ой. И здесь, товарищи, друзья, у нас просто такой вот рай. Вот рай. Шапочка, все такие сумочки. Так, выходим из этого рая. Бог сердце остановится. Так, сейчас вам покажу. Все мигает красиво. Такой шарики, фонарики. Такое все шарики, фонарики. Еще видно это место. Смотрите, зайдем сюда тоже. Вот этот сумочный рай. Красные, белые, черные, желтые, зеленые, коричневые. Показывают все. Показывают. Вот это вот комиссионный магазин. Ну, я вам хочу сказать, что вот, например, берем сумку 20 евро. Человек ее сдал, получит только 10 от этой сумки. То есть 10, 50% выходит проприетарием. То есть этим людям, которые держат этот магазин. То есть здесь вот 50, вот так вот. Получается 35. И у нас вот это вот 17,5 уходит именно. Это вот эти, ну это подделка однозначно. Прима-классы вот это вот, да? Оливьера Мартини сумки. Ну и тем не менее, видите как. Все супер, ну как тру-ля-ля. Меня больше интересует красный цвет. Знаете, что Кристиан Диор, смотрите. Вот такой винтажный, такие туфельки. Сик Кристиан Диор, посмотрим, что он. 25 евро, мама мне говорит. Это что-то дешевое, да? Но все кожа, видите, смотрите. Винтажная, но кожа. Кристиан Диор, 25 евро. Ну, это дешево, хочу сказать. Что-то очень дешево. Очень подозрительно. Что-то подозрительно. Пойдем дальше. Шарфики. Так. Сумка мне больше нравится. Цена 25. Хорошая цена. Вот это мне нравится. Такое ощущение, что это Феррагамо. Может быть, я ошибаюсь. Но мне она нравится. Борса.
не вижу. Вы знаете, значок, могу ошибаться. Но у меня сейчас все помешалось на этих сумках. Поэтому смотрим сюда. Вот такие вот диванчики, столики. Ну, все такое в новогоднем репертуаре украшено. То есть все такое. Ой, ваза большая. Мне так хочется вазу большую. Ой-ой-ой, 55 евро. Вот такая ваза. Она большая. Ой, смотрите, как она сделана. Это вот такая лампа. Так вот она сделана. Салон. Такие фигурки. Старинная мебель. Очень. Смотрите, какие кассетки. Прыгаю. Так. Смотрите. Показываю, еще человек пришел. Ля-ля-ля-ля. Та-ра-ри. Смотрите, какое все старинное. Я люблю такие места. Я же вам говорю, я помешана на винтаже. Это просто все. Меня прямо захватывает дух. Все трепещет внутри, когда я вижу такие места. Ну, это история, вы понимаете, что когда-то вот эти вещи находились в каком-нибудь богатом доме. Ими пользовались такие знатные люди. Вы знаете, что это, конечно, да. Это, конечно, да. Смотрите, какие стульчики. Ой, мне такие нравятся, да. 30 евро один, но там один поломанный. Кто-то на нем посидел удачно, дырку сделал. Так, ну вот я так. Что там еще пробраться? Давайте проберусь еще. Какой подсвечник. В стиле такой металлический, да? Наверху. Смотрите, такие штучки. Новый год поступает. Показываю античную мебель. Зеркало такое. Тики-тики-тики. Ну вот, такая вот атмосфера в этом пенсионном магазине. Да, вот показываю. Такая вот креденция такая, да. Уже старая. Смотрите, какое-то такое пьято центральное. Оно громадное. 38 евро. Вот оно стоит пьятоне овал эсте. Эсте. Это где-то, наверное, эсте. Это, наверное, не итальянское эсте. Где-то за пределами Италии. Такая креденция. Показываем. Только ноги, людей мы не показываем. Смотрите, какая красивая такая штучка тоже. Витринка такая, да? Угу. Вот такая вот витриночка. Показываем фигурки. Такие вот фигурки. Зеркало. Смотрите, 120 евро. Ну, а вот такие вот штучки-дрючки, такие лампы, такие маленькие всякие фонарики, шарики-фонарики, да, для дома. Ну, вот люди, то, что у них не нужно, да, вот они несут сюда. А вот, ну, может...
Миски, писки, ликеры всякие, да? Так, вот такие бутылки. Вот так вот, товарищи, друзья. Даже кто-то кастрюлю приносит. Ну, вот такой обычный комиссионный магазин. Только который находится на территории Италии. Ой, смотрите, какая ваза большая. Ой, мне ваза большая надо, мне нравится. Сколько она стоит? Сколько Дарья? Валя, вы Дарья, кот, какой стрельбы костелазы, Альта. Всем пока-пока. Не забывайте, заходите ко мне на канал, подписывайтесь, кому интересно все-таки посмотреть, чем увлекается и что говорит эта домашняя хозяйка из Италии. Всем пока-пока. Всех люблю, целую и обнимаю. Пока-пока. Чао-чао. Дорогие друзья, мы зашли в другой магазин комиссионный. И вот я вам сейчас покажу все прелести этого магазина. С разрешения, конечно, вот всех вот этих вот людей, которые дают добро на такой вот съемку. Громадный, конечно, магазин. Это все территория Болоньи, город Болоньи. Смотрите, какая статуя. Смотрите, какая колонна, да? Чик. Смотрите, какое, ой, такое зеркало все. Мама-мама. Оно такое высокое-высокое до потолка. Там 3 метра этого зеркала. Смотрите, такое все красивое. Ой, товарищи, друзья, аж сердце захватывает. Вот вы говорите, как вообще здесь, чтобы не захватывало сердце? Это же музейные экспонаты. Этого вы в магазинах уже не найдете никогда. Поэтому винтаж, любите винтаж, любите старые вещи. В них история живет. Ну, это видно там уже что-нибудь, какой-нибудь кость какая-нибудь такая же античная, что просто одуреть. Вот такие вот, смотрите, красота неземная. Посмотрим на красоту вместе. Вот так вот вышло. Покажу. Мне очень нравится. Вы знаете, что мне нравится то, что вы увидите. Ну и заодно и я посмотрю. Потому что больше как бы я решила все-таки для вас поснимать. Потому что как бы я с этой красотой уже знакома достаточно. Ну вот хочу и вам показать. Поделиться вот этой вот красотой. Какая вообще бывает и была. Потому что в основном, смотрите, какие-то пингвины там. Конечно, такого уже не найдешь ты нигде. Это все история. Просто какие-то музейные экспонаты. Знаете, какие стаканы. Ой-ой, бабай. Такая красота. Боже мой, блин. Товарищи, друзья. Ну, супер-мупер, туля-ля. Тут уже просто без слов. Здесь я помолчу, называется. Помолчим, товарищи. Вот сейчас мы и помолчим. А шутка? Ну как тут помолчать? Если такая вот щебетуха.
Помолчи. И продолжаю. Смотрите. Там второе. Здесь еще мобили. Нема ведеры мобили. Смотрите, какая колонна. Музей. Мы с вами в музее сейчас. Товарищи, кто открыл фильм, значит, практически видит комиссионные магазины Италии. То есть, вот у меня как-то такая вот любовь, которую мне привил мой итальянский муж ко всем этим вещам. Естественно, когда я проживала на территории Беларуси, у меня такой возможности не было. И вот сейчас мы влюблены просто. Вот все эти... У меня дрожит рука, потому что от того фильма я держала 20 минут, скажем, в камеру вот так. Я снимаю планшетом, мне так удобно. Я еще пока камерой не знаю, как там пользоваться. Видите, как в моменте волнующие выскакивают. Ой, мне та вот картина с этими бутылками. Хотелось бы на кухне. У меня на кухне есть картина. Ну, вот это такой вот, кстати, кухонный вариант таких картин, да? Ну, конечно, это можно и в зале повесить, естественно. Это я так уже мыслю. Вот, это... Зайка. И значит, мы заканчиваем нашу историю на детских игрушках. Вот так вот выглядят комиссионные магазины в Италии. Вот. Всем пока-пока. На проводе была итальянская домохозяйка Италия. Заходите, подписывайтесь. Всех жду на моем канале. Ciao, 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 ciao.